укрепляем силу божественности. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Мир, пробудись! Прах эго отряхни! И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Итак, мы снова приветствуем тех жителей планеты Гая, которые так много осознать успели. Принять успели. Осуществить в своих потоках. И излучают это на саму планету. Мы сейчас показываем вам море. Это самая основная та дышащая часть планеты, очень такая одна из важнейших частей ее, как и у каждого существа. И вот это понимание, что вода. Вода. Вот вода. Вот что такое ты из себя вообще значишь в моей жизни, вода. Это знаменательный тот составляющий. Солнечное затмение – это дисфункция головного, спинного мозга, очень связана с вот этими затмениями. И как-то по-разному, в каких-то проживаниях проживали. И это привычки. Как бы на вашем языке, это привычки потустороннего нижнего астрала. Затмение. Слово «затмение» само по себе говорит. Хотя какая-то часть населения, немногие, уже сейчас больше становится правды, правдивых видео утверждают, что в этот период там происходит. Но суицидность энергии усиливается в этом моменте. И вам это нужно просто знать. И вот эти всякие верования, предсказания – это именно суицидность. Оно очень такое линейное и связывает с какими-то маленькими деталями, верованиями. Вот поверить в эту пуговку какую-то, пришили или положили на какое-то видное место, и она сделает из вас гениальность, вундеркинда или еще что-то. И это все загробный, нижний астрал. И сейчас это деление на вашей планете очень резко. Усилили эту скорость, потому что человечеству нужно выжить. Человеческому сознанию нужно выжить, выстоять, устоять. И вот эту суицидность вот этих программ и энергии внедряемых отодвиньте. Отодвиньте без всякого сожаления, без всякого разбирательства. Что если вы вот в этот день положите эту пуговку в такое-то место, зажжете там еще что-то, то произойдет что-то. Нет. Все зависит от вашего того величественного Ра, который находится там, в своих доспехах. У него доспехи сейчас усилены. И объяснить о них очень непросто на логическом мышлении. Но в этот период Ра другой. Совершенно другой. Он практически занимает несколько позиций, ведомых ему. Пусть в каждом из вас, в солнечном сплетении, усилится и загорится более яркий-яркий огонь. И пошлите ему просто благодарность, благодарю тебя. В солнечное сплетение вы благодарите. А дальше уже будет работа той части вас, которая находится на более высоком уровне. И вам нужно всегда это знать. И когда вы пытаетесь в обиход вот своих чертогов, солнечного сплетения, макрокосмической орбиты, куда-то выходить, вот тут эти уловки, и тогда вы попадаете. У вас у многих уже проснулась та решительность, та смелость и то вдумчивое восприятие. И вы уже многие можете различать, где какие процессы происходят. Будьте более уверены в собственном дыхании силы.
мироздание вам аплодирует. Верьте в это. Вам аплодирует огромное количество космических существ. Что по сравнению с этими страхами суицидности, они так малы и так ничтожны и бессильны. Верьте всегда-всегда в это, что бы с вами ни происходило. Верьте, вам аплодирует мироздание. Сам Творец несет вам истину мудрости и света. И в вас должно быть включаться как можно больше света. Истинного, того настоящего, из чего вы состоите изначально. Он изнутри прорывается, ваших сердец, ваших чертогов, ваших всех затаенных мест и вашей планеты. И вот об этом затмении почему-то никто не говорит. В этом вам нужно понимание. Когда происходит такое затмение, энергия вашей планеты очень усилена, она другая. Геодезия и предсказатели не до конца сведущие. Они вам не могут рассказать о том, что происходит на вашей планете. И это уже первый признак того, что пульс правления они теряют над самой планетой. Как можно чаще выражайте искреннюю благодарность планете. Искренняя благодарность – это созвучие ваших тонов внутренних энергосистем. Эти тона находятся внутри вас. И вам нужно к этому настойчиво обращаться и признать в этом единство с планетой собственную силу, тогда она быстрее раскрывается. Когда происходит там очень-очень много таинств божественности, и она не озвучена вашим социумом, и она не озвучена какими-то потусторонними мирами, потому что эти таинства удерживает само мироздание. И так было, и так будет, пока нет готовности там, нигде это не прозвучит. Но ваше усиленное, страстное «благодарю тебя, Терра». Мы очень часто будем это потреблять сейчас. Терра. Это ее тот же знаковый, тот же ее звук на более высоких октавах. И эту октаву каждый из вас сейчас своим сердцем прочувствует. Терра. Она по-своему выходит, как какие-то части крыльев у нее появляются сейчас, так это будет на вашем понимании. И Терра – это ее более такой проникающий звук, ее звание. Более высокое звание на вашем языке. И вот это звание, Терра, мы им будем пользоваться очень часто, вам будет понятно. И вот каждый из вас, просто благодарю. Просто благодарю. Вот за то, что у меня сегодня был рассвет. За то, что день был. Вот эти части вас, которые сейчас слушают и будут слушать, так много сейчас успеть необходимо. Вам просто прорвать. Прорваться от всей обыденности к непривычному. И тогда свет начнет у вас усиливаться, прорываться, через вот эти все ненужности, через вот эти пуговицы, крючки. Вам нужно выйти из этой системы социума и всех этих привычек, навязанных ею, вам. Вернуть свою уникальность самих себя, себе. Начинать привыкать к той другой мерности, к той измеримости, к тому вибрационному звуку внутри себя, тому камертону. Камертон начнет быть более слышим. Ваш внутренний камертон берет 2-3 октавы выше. Начните прислушиваться к себе. Пересмотрите предыдущие видео этого канала «Новое пробуждение человечества», повторять, вспоминать. По-разному у каждого будет, но 2-3 октавы камертон ваш внутренний возьмет. Он уже звучит, его нельзя остановить. Меняется мерность самой планеты, а вы едины с ней. И поэтому вслушивайтесь в свое солнечное сплетение. Сердцем слушаю себя. Сердцем, честностью, искренностью. Меняйте эти слова, добавляйте эти изменения, но камертон вы будете хорошо слышать. И он будет с вами в единстве с элементалом сознания тела, врожденное. Он будет вас защищать. Эта непомерная защита выходит на поверхность. На поверхность вашей не просто энергоструктуры, на поверхность ваших физических тел. На поверхность и в вашем внутреннем, созидательном разуме.
в вашем сознании, в вашем подсознании. И вы будете это ощущать, и вы будете слышать, как происходит, и что происходит в вашем мире. Усугубления будут происходить, но вы будете находиться, вы четко будете понимать, чувствовать, что вам безопасно. Это совсем по-другому. Ибо уже большая-большая ваша траектория очень изменилась. И вот эти все ваши вдохновения, вот эти трудные трудоемкие уроки, которые были у вас, они были у каждого разные. Они и сейчас особенно происходят у многих из вас по-разному. Но вы смогли. И вот это так много. И вот это такая лира небесная звучит сейчас. Не лирическое «вот это ваше настроение», которое периодически порой бывало у вас в каком-то таком зажатом, немного исковерканном. А сейчас лира небес звучит в ваших сердцах, в вашей октаве, в вашем том золотом голосе, в вашем золотом сечении, которое есть в вас. Ваша сердечная чакра начинает пульсировать осознанно и серьезно и сильно. И ваш камертон громче начинает уверенно и властно разговаривать. Чем чаще вы будете слушать себя, вот эту властность, и произносить в единстве с ним, тем больше вы почувствуете, как вы уверены вообще на самом деле. Какая непомерная уверенность у вас проявится. Каждое утро, каждый рассвет встречайте по-новому. Вслушивайтесь в свои органные звуки Небесного Творца. Они в вас пробудились. Многих-многих из вас. У вас есть такая уникальная возможность вернуть то сияние золотых нитей ДНК, которые в вас есть. И камертон пробуждает нити ДНК. Почему камертон, поднимаясь, звук его начинает звучать? Он пробуждает нити ДНК. И при этом активирует огромную часть ваших глобул, каких-то застарелых, каких-то спрятанных, каких-то амбиций, какого-то ложного диалога. Вот все-все это он будет поднимать. Даже если этот диалог не вредил никому, но он был ложным. Почему он был ложным? Отсутствие самой божественности. Отсутствие камертона вашего. Было вот такое социальное, придуманное, навязанное человечеству безволие и много-много другого. И вот этот включившийся камертон, он включившись, он будет способствовать поднятию третьей нити ДНК. Полное будет поднятие. Полное будет собирание ее. Поэтому вам нужно еще и еще усилить вот эти свои внутренние диалоги, разговоры с собой, чтобы это произошло быстрее и легче. И камертон любить нужно, и с ним нельзя слукавить. Меняйте свои произношения и меняйте свой звук души. Я не хочу больше никому подчиняться. Не хочу никем восхищаться. И вот никого не слушать, никем не восхищаться – это основное, что нужно проделать, и очень настойчиво. Мне все равно, как они поют. Мне все равно. Ведь любой голос, который ваши эстрадные, там добавлена музыка. И эта музыка есть уникальная среди них, но в основном это искусственная музыка. А музыка – это основа. Основа всего-всего. И вам по-новому надо будет смотреть. Восхищаясь чьими-то голосами, вы свой камертон закрывали, и в этом проявлялось безволие. Отсюда ваше звучание, ваши голосовые мембраны были выстроены. То есть вы не так красиво пели, как какой-то там певец, где там создана была музыка. Вы как бы сами утвердили, что вот так красиво петь. Нет. У каждого свой уникальный чарующий звук. У каждого из вас. Как важно, чтобы вы сейчас в это поверили. У каждого он необычайный. Он уникальный, ваш звук. И вот этими восхищениями вы и перекрыли. Камертону нужно вот это ваше признание и освобождение. Все, что угодно проговаривайте, любые свои произношения.
сосредотачиваете свое внимание на дыхании и создаете намерение обращения к своим легким. Свой естественный, вертикальный, сильный, мощный, честный свой вдох я делаю, а выдыхаю все ненужное. Вдох усиливает мою силу, а выдох освобождение дает. Здесь любые ваши проговоры будут. Ваши произношения должны быть очень-очень искренними. Разговаривайте так, как никогда. Вы очень часто хотели кому-то понравиться. В своем вы всегда практически подрастая, начиная говорить, вся учительская система, эгрегоры, которые вам пришлось проживать в этом. Она вынуждала вас, закаббалила вас. Она вынуждала повторять какие-то звуки, голоса, все что угодно. И вот, правильно, молодец, какие-то похвальные. Это неправильно. У каждого должен быть свой звук. Красота всего творения в разнообразии, в индивидуальности. И вам нужно уроки детства и того же университета, института убрать. Тогда вы усиливаете волевой свой центр, область горла. Очень внимательно отнеситесь к этому, потому что камертон, он очень связан с горловой областью, горлом, очень серьезно. И это все единство происходит. В чем ваша сила? Это в единстве. Почему вы потеряли уверенность? Потому что в вас самих произошло разделение. Все, что вы делаете сейчас, это объединяете себя внутри, и отсюда происходит такая задача. Самое вредоносное, что вы сделали самим себе, это ваше почитание, восхищение кем-то. И вам нужно каждому из вас пометить где только можно, поделиться, в чем вы усиленно и много принесли вреда. Это почитание ложному. Вам нужно осознанно понимать, что вам, чтобы поднять самих себя, свою чистоту, вам необходимо это принять как истину, и этой истиной стать. И это да, до бесконечности какие-то утверждения, и это проговоры, и ваши физические упражнения, все-все входит сюда. И касание самой воды. У вас должно быть такое, вот как никогда быть очень честным с собой. До такой степени поменять все. И все привычки прошлого я с удовольствием, в радости, с какой-то такой скоростью, я удаляю. Я благодарю тебя, планета. Благодарю мое сердце и те цивилизации, которые мне помогают. И вот это ваш открытый искренний диалог. И вы все время внутри себя. Пока что находится какая-то часть населения и планетарный какой-то этот. А когда вы в сердце, вы остаетесь на той высокой частоте, с которой мы вам об этом говорим. Нас можно слышать только сердцем. Это не было какое-то наше утрированное требование. Нет. Это истина. Нас можно услышать только своим сердцем. И только вам это под силу ускорить, достать. Создать вот этот камертон, убрать мембрану и усилить камертон. И в это уникальное время эта световая сила усиливается и на себя берет этот уровень сама Терра. Она здесь будет выступать. И поэтому насколько в вас будет очень много проговоров, утверждений, благодарности ей, настолько вы сильнее станете. Вы должны это испытать, и эти касания. И очень многие бегут, как бежали от себя, так бегут, почитая другие планеты. Терра безмерно благодарна и очень любит планеты, которые ее окружают. И как прекрасна ее любовь, и как могущественна, как чиста она в своей передаче. Но ваша любовь, вы находитесь на этой планете, ваша благодарность, связь должна быть с нею. А когда вы не до конца, не объединились, снова и снова это манит вас. Это уход от себя. Нет. Ваш урок вы здесь проходите. Выход каких энергий идет на тех планетах, это очень-очень глобально. И сознания сейчас многим из вас не хватит, а раз не хватит, то и принять не сможете. Вы это всегда помните. То есть вы должны всегда ясность понимания иметь во всем. Вот то, что с вами происходит,
вы должны это знать, а усложненную сенсационность не принимать. Вам, вашей планете, и нам, тем цивилизациям, которые сейчас находятся рядом с вами, это необходимо. Урок «Терра свой выполнить сполна должна». Ее такое решение, и там внутри, ваши сердца знают об этом. Поэтому как можно чаще, вчерашнему себе, вчерашним тем глобулам и верованиям, то, что я верил, что кто-то умный, кто-то значим, посылайте туда свет, огонь. Бесконечно, как можно чаще, в свое прошлое, но всегда находитесь в настоящем. Когда вы находитесь в настоящем, тогда вы ничего не боитесь. Водная структура должна быть почитаемая и очень-очень вами любимая. Она находится, что называется, выше всех вот таких похвал. И особое звучание начните произносить при потреблении воды. Но с этой секунды произношения, глядя на воду, думать о воде совсем-совсем по-другому. Знаете, как к какому-то особому божеству, вот так отнеситесь к воде. Ее почитание и благодарность ей сделает воду самой Терры более свободной. Уменьшатся катаклизмы, сразу же вы это увидите. Ибо цунами и многое такое дает водная стихия. И чем быстрее вы это поймете, что это самая настоящая божественность, тем быстрее это будет происходить и в вас внутри, и вокруг вас. Ваша вода внутри вас усилит освобождение, раскрепощение вашего сознания. Пусть сияние солнечного великого Ра будет светить и согревать вас там, внутри вас. Пусть будет сносить всю вашу ненужность. Верьте в его могущество, в солнечном вашем сплетении. Будьте там, и вы ощутите его могущество в это время и в каждое мгновение. Силы вам непомерной, той вашей настоящей, с которой вы сюда воплотились. Благодарим всех тех, кто принимает эту мудрость и делится ею с другими. И мы говорим до встречи тем, кто решительно шагнул и будет шагать. Решительности, честности, уверенности и ответственности, с которой вы пришли. Сила свободы. Курс дельфины. Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить. И восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим. И навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас, внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас.
это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь! Решительности всем! И делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Курс «Дельфины». Благодарность наша непомерна творениям Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилие в единении осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии, гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции, первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.